Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, Ролан Морозов. И в сегодняшнем видео я покажу, как можно хранить свои собственные видео на блокчейне. Либо ютубовские переносить, либо просто вот видео, что вы делаете, и бросить их в блокчейн. Почему это делать? Ну, во-первых, это, естественно, безопасность, что ну, есть разные полупокеры, кто там кидают разные жалобы, вещи и так далее, и потом вам тяжело доказать, что это ваше видео или подобное. И во-вторых, естественно, заработок, потому что если видео находится в блокчейне, на нем мы еще и зарабатываем. В сегодняшнем коротком видео покажу, как делаю это лично я, и именно с видеоми YouTube. То есть это на полном автомате, я ничего особенного не делаю, они автоматически синхронизируются и идут в блокчейн. Я храню свои видео в блокчейне Polkadot. Просто мне так удобно и самые для меня понятные алгоритмы. Так, я пользуюсь таким платформам, как Glaive, оставлю ссылку в описании. И если вы зарегистрируетесь по моей ссылке, получите сразу же 5 ихних монет на кошелек себе. Собственно, вот теперь пошагово показываю, максимально быстро. Ну, я думаю, каждый справится самостоятельно. Первым делом коннектим кошелек. Два варианта. Либо у вас уже должно быть кошелек в сети Polkadot, либо, вот смотрите, нажимаете сюда «Скачать кошелек», и он сразу же вам предлагает, какие кошельки можно подключить. Если у вас нету таких кошельков, просто нажимаем сюда «Install» и перебрасывается на страницу инсталлирования кошелька. Как устанавливать кошелек и такие вещи я показывать не буду, поскольку, ну, если вы хотите перевести свои видео на блокчейн, думаю, что вы знаете, как это делать самостоятельно. Что делать дальше? Видите, у меня тут стоит, то есть у вас будет стоять такое, что после этого, как коннектили, нажимаем на эту кнопку, что типа зарегистрируемся через Google. То есть, если у вас есть YouTube аккаунт, никаких проблем с этим не будет. Так, после этого я уже перейду на свою страницу. Если мы уже залогинили, нас тут попросят, вот вы попадете на такую страницу, вот такой маленький, нас тут попросят создавать свой канал. Я, если честно, не знаю, имеет ли какое-то вообще значение, что оформлять канал или нет, что тут подписчиков и просмотров нету, просто храним свои видео. Создали канал, и видите, вот тут кнопка «JPP». Нажимаем сюда, и нас перекидывает на такую страницу. И вот тут было у вас такое, что «Присоединяемся», а у меня уже «Переходи на дашборд». Просто нажимаем сюда «Переходить на дашборд», и видите, все. Тут еще есть партнерская программа, что, видите, сразу же получаем от 10 до 50 долларов еще и за партнера. То есть, ну, очень выгодно и для вас, и для нас. Настройки. Видите, у меня автоматически включен синхронизация с YouTube. Как это выглядит? Смотрите, я иду на видео. Неважно, что я загружаю себе на YouTube-канал, автоматически синхронизируется это видео мне вот сюда на Glaive. Так что вот такое короткое видео. Так вы можете перенести свой канал в блокчейн, либо, смотрите, просто сделая видео, скачать, как ну, обычно ютубовские видео, скачать, и там никакого проблемы нету. Но мне удобнее, чтобы они синхронизировались бы, поскольку ну, я снимаю видео и для YouTube, как вы знаете, и ну, так просто удобнее. И когда вам появятся какие-то токены, они появятся сюда, и просто нажав на кошелек, то есть выплата, мы выводим их на свой кошелек. Надеюсь, это тоже понятно. Но, скажем так, что мне еще ничего почему-то не перевелось, но не суть. Что вроде бы как на канале показывает некие монеты, а по факту
по факту получается, что на кошелек еще не прилетели. Так что, друзья, вот такое короткое видео. Так что, кому интересно, пользуемся, как загружаем свои видео и зарабатываем. Зарабатываем, друзья, быстро и, главное, честно. Всем пока!